Полиция как орган не имеет права вести какую-то хозяйственную деятельность. Мы имеем право только обеспечивать общий порядок и не допустить каких-то акций, конфронтаций, ситуаций и возникновения драки, что по сути с нашей стороны было обеспечено. Открывать ворота и закрывать ворота в рынок тоже милиция не имеет, полиция, извиняюсь, не имеет права делать. Поэтому если там предпринимателями было решено снести эти замки, а другой стороны предпринимателям в лице ПП Вячеслава было принято закрыть это решение, то мы приняли как с одной, так и с другой стороны заявление по этому факту. На данный час разбираемся. За 2014 год бюджет города Южного потерял порядка 220 тысяч гривен за счет того, что не оплачиваются никакие земельные вопросы на территории спорных рынков. За 2015 год бюджет города Южного потерял порядка 350 тысяч гривен, потому что, опять же, не платится на территории этих предприятий никакие земельные вопросы. За этот год, с учетом того, что земля поднялась, еще там индексация произошла на землю на 43,3%, значит, бюджет еще потеряет 500 тысяч гривен. Бюджет потеряет еще 500 тысяч гривен за то, что нам не платят за эту землю. Кто? Это Ватхана. Говори, какой рынок? Я вам сказал, рынков. Есть кооператив, есть, как вы сказали, Вячеслава. Значит, эти два предприятия не платят за землю. Бюджет уже потерял больше, чем 500 000. И в этом году еще мы 500 000 потеряем. Значит, к этой ситуации надо уже, наверное, как-то исполкому подходить более детально и решать какие-то вопросы. Миллион, извините, это 40 человек учителей, которые бюджет. Но мы же не будем вас бенити сегодня на аппарате. Мы как міська влада, також не можем втручати в суб'єкт підприємств. Міліція не має права втручатись. Ну все, круг замкнувся. Робіть, що хочете. Ніхто не має права втручатися в ті чи інші питання підприємств.